Я по лестнице по этой поднимусь к тебе. Ой, мои любимые, не знаю даже, что вам рассказать. Пообщалась с директором магазина. Что-то сегодня нет моей подруги, другая какая-то, надо позвонить, спросить. Что это, она сказала, каждый день работает. Так вот, столько лялек утром. Но я рассказываю... Привет! Не поздоровались в этом видео. А я рассказываю про собеседование, как прошло. Приятный молодой человек, он, между прочим, тут новый. Потому что я вам сколько снимала видео о том, что магнит вот именно здесь ужасен, а пятерочка прекрасная. Вот такое разделение ума моего было. А сейчас буквально на глазах меняется. Я захожу в магнит, и там, смотрите, перышко, на счастье. Захожу, и там уже запах другой. Раньше какой-то, знаете, разлагающийся какой-то. Овощей, фруктов, мяса, еще чего-то. А сейчас вообще нет. Сейчас заходишь, запах свежей выпечки, запах чистоты каких-то моющих средств, еще что-то. Видно, что парень так... Короче, от каждого директора вы понимаете, что меняется его магазин буквально энергетически. Какой директор, такой магазин. Раньше был какой-то мальчик, я помню его. Он такой худенький ходил, как попросили знак. Не знаю, сколько ему лет, 20 чем-то. Маленький вообще, молодой был. И видно было, что он там что-то подойдет, этой продавцу говорит там: «Наташенька, так вы так тра-та-та». А он говорит: «Да отстань ты!» И он так... А там такие девочки дородные. Вот. Сильно-сильно отличался магнит от пятерочки. А сейчас вот с этим этот новый директор, буквально там, не знаю, он сказал, 2 месяца здесь. Реально на глазах меняется. И я пошла, думаю, схожу на собеседование. Вдруг им нужны там, не знаю, продавцы на подработку или на полный день. Да, нужны, оказывается, нужны работа 2 через 2, или какой график мне удобно. Можно 12 часов 2 через 2, а можно 6, ну в смысле половину ставки. А на руки, короче, если 12 часов работаешь, он сказал, что на руки продавцы получают от 40. Вот, а, ну, соответственно, если по 6 часов работаешь, то от 20. Им нужен продавец-кассир. А я сказала, аж нет ставки, например, продавец, который в зале, который там смотрит сроки, занимается выставкой товара, там еще что-то, ну, выставляет товар. А он сказал: нет, пока у нас только продавец-кассир, то есть и в зале, и там, и так далее. Вот, и в общем я сказала, что окей, спасибо, все у него спросила, и про медкнижку делают они, и про все. Я сказала, у меня есть, он сказал, нужно флюорографию пройти, есть какие-то там вещи, которые покатят. А есть флюорография, нужно каждый год проходить. Я говорю: да, не помню, когда я проходила, недавно. Ну, в общем, такое все. И такой очень приятный, вменяемый. Мне даже от себя странно, потому что я всегда как-то предвзята вот противоположному полу. Видать, из-за своих каких-то давнишних этих блоков. А сейчас не почувствовала какой-то половой принадлежности или разделенности или чего-то. Очень видно такой вменяемый, разумный, адекватный и так далее, и так далее. По делу говорит. Вот.
мне надо взять реквизиты. Ну, для работы и так, и так. И не знаю, если я пойду работать, или я куда-то уеду, или я приеду. Они всегда нужны. А у меня есть реквизиты, но на старую карту сбербанковскую, которая у меня уже нет. Ее поменяли на карту МИР, на новую. Надо взять реквизиты из банка. Ну, и так, не знаю. Прокатиться, прогуляться. В общем, куча дел. Поделилась. Сказал, вы мне нравитесь, я готов вас взять на работу и так далее, и так далее. Так что, не знаю, я им сказала поговорить сегодня, пересплю с этим и обязательно сразу же позвоню. Видите, какая красивая идет. Я поясница поэта.